Вот уже 30 лет Рамзия Кашапова занимается огородом. Даже зимой не бросает любимые 4 сотки. Всегда находит себе занятия на участке. Все, чтобы не сидеть дома, а бывать на свежем воздухе. И только год назад решила на всякий случай провести здесь свет. Но электричеством женщина не пользуется. Потому что подъезжает машина и сверху делает. И один другому говорит, это она. Два мужчины. Я им крикнула, я не пользовалась все лето светом. Я работала. Прямо все лето, с середины апреля по 8 августа в аттракционах. Вот. Все. Дома поразмышляла, поразмышляла. Юристу позвонила, она на взводе говорит, будете платить 2057 рублей. Летом Рамзия Кашапова узнала, что ее электросчетчик неисправен. Вызвала рабочих, заменили. Новый счетчик поставили здесь в конце лета, а уже осенью женщине сообщили, что у нее долг за свет 2000 рублей. Но вот по словам огородницы, такого быть не может, поскольку светом она якобы не пользовалась вообще. В садовом товариществе нам объяснили, что расчет в 2000 рублей за свет был произведен согласно 354-му постановлению Российской Федерации о предоставлении коммунальных услуг по специальной формуле. Долг нижнекамки насчитали в период с апреля по октябрь, то есть с момента, когда снимали последние показания весной и до проверки счетчика осенью. У сотрудников садоводчества есть подозрение, что свет нажгла, если не сама женщина, то, возможно, ее родные. В январе они собираются подать на хозяйку участка в суд. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.